Так. Сейчас, секундочку. Ага. Так. Всем доброго времени суток. Сейчас, секундочку. Так. Так будет лучше видно, да? Итак, всем доброго времени суток. Сейчас я буквально настрою камеру. И начнем с вами встречу. Сегодня наша встреча на моем канале от Кононова Елены посвящена, конечно же, денежному коду, потому что в компании Geltor System достаточно разговоров о саморазвитии, о развитии личностного роста, но я хочу больше говорить сейчас именно вот, в направлении денежном, потому что я так понимаю, что все нуждаются в деньгах и всегда будут нуждаться. Я хочу раскрывать этот денежный код этого удивительного, шедеврального бинара, который сегодня заложен как, в маркетинг, как инструмент в маркетинговой части компании Geltor System. Дорогие мои, я сегодня буду говорить простым языком, чтобы вы могли понять без всяких там заборов, да, и блоков, потому что бинар как бы изнутри, многие думают, что он сложный, а на самом деле он легкий. Я сегодня эту простоту и легкость хочу вам передать. Почему сегодня я хочу акцент сделать на бинаре, потому что это действительно удивительный инструмент, которым можно пользоваться всю жизнь, абсолютно. Всю жизнь, если вы сегодня это просекете, это поймете и начнете в этом направлении двигаться, вы поймете, что это просто спасательный круг, настоящий спасательный круг для многих решения задач. Особенно если у вас финансовые есть проблемы, это, конечно, просто уникальный случай. Итак, дорогие, давайте я начну с самого главного, потому что мне, если честно, многим хочется на лоб положить пластырь, да, какой-нибудь горяченький, чтобы вы вообще открыли глаза на эту удивительную возможность. Я много раз рассказывала про эту модель, но сегодня хочется с особым энтузиазмом об этом рассказать, потому что накопилось уже в течение, в процессе какое-то новое объяснение. Я вижу вас, привет из Костромы, добрый вечер, Мариночка, Оля, Юля, слушайте, всех вас вижу, обнимаю, благодарю, что вы со мной рядышком в прямом эфире. И что вы сегодня решили вспомнить про возможность вместе со мной. А самое главное на сегодняшний как бы вечер, это чтобы вы заново зажглись и вот горели. Смотрите, я специально зажгла сегодня свечку, я сегодня работаю, и у меня работает со мной вместе свеча, потому что для меня это очень, как говорится, символично, потому что эта свеча должна загореться и у вас. Вот она мне, вот видите, вот так вот красиво. Потому что когда ты начинаешь гореть изнутри, ты начинаешь зажигать эти свечки, этих людей везде вокруг, вдохновлять на такие действия, которые дадут очень крутой результат. Друзья, я перед Новым годом, в преддверии такого праздника, символичного, такого масштабного во всем мире, я хочу вам сегодня просто передать эту пламенную свечу, которая у меня внутри горит, она не гаснет, потому что когда я познакомилась с этим удивительным шедевром, цифровым шедевром, как бинар, я до сих пор готова всегда рассказывать и показывать эти все, как говорится, пути и выходы из разных лабиринтов жизненных. Потому что это действительно чудо. Итак, я надеюсь, что моя свечка зажжет ваши сердца, да, мое сердце зажжет ваше сердце, и у вас будет впереди очень плодотворная, классная, интересная жизнь благодаря этому инструменту. Итак, поедем дальше, да? Смотрите, я сейчас хочу... Всем ли видно? Так, наверное, вот так вот, да. Я думаю, что всем видно, да, то, что нарисовано у меня. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Видно у меня... видно, что нарисовано на доске? Если да, поставьте да. Если нет, то... Ага, видно, да? Я благодарю Светлану за обратную связь. Так, сейчас, секундочку, вот так вот немножко
Не особо, да? Так, не особо. Значит, что-то мутноватенько, да? А если я поближе подвину? Вот так вот. И вот отодвину вот сюда. Ну-ка, вот так вот. Вот так, наверное, лучше, да? В общем, если смотрите, самое главное вы должны понять. Вот по центру, вот видите эту модельку? Я думаю, что видно. Я сегодня буду рассказывать вкратце о самой главной модели, которая дает очень дело в свете, отсвечивает немного, да? Так, тут, наверное, лампочки горят. У меня просто много лампочек. Вот так, наверное, лучше, да? Вот так, наверное, лучше, да. Сейчас, секундочку. Вот так вот, наверное, лучше. Я решила просто сегодня... Да, вот так вот лучше, да? Угу. Ну, в любом случае, я пока начну. Сегодня речь пойдет как раз об модели бинар. Бинар – это когда есть, как говорится, вы с главной активацией ячейки. И есть команда слева и команда справа. То есть бинар от слова «би» – это два. То есть я вкратце говорю, да, об этом главном, кто, может быть, сегодня первый раз видит, да. Итак, мы сегодня в компании Geltor System строим бинар. Бинар очень денежный. Каждая ячейка стоит $100. И у нас заход на этот бинар, я говорю сразу про стратегию, которая приносит деньги, это $700. Потому что у нас, учитывая, что 7 ячеек, по $100 это $700 вход. Это вход именно в глобальный бизнес. Я не буду говорить про другие варианты сегодня вообще. Это сегодня быстро, это для того, чтобы у нас был один понятийный аппарат и дубликация была по одинаковой стратегии. Итак, смотрим. Смотрите, очень все просто. Если мы сегодня заходим и приобретаем этот финансовый инструмент, активизируем этот финансовый инструмент, то смотри, какие простые расчеты. Это очень просто. Весь бинар рассчитан на более 8 миллиардов людей. То есть мы сегодня, объединяясь с людьми, сможем заработать сами и возможность дать другим заработать и без конца и края. Как говорится, если активируем эту, наш семиугольник за $700 однажды в жизни, можем получать как накопительный эффект в течение всей жизни от команды сумасшедший денежный оборот. Поэтому, смотрите, я показываю вам только на начальном этапе, как это выглядит. И эти цифры сегодня вот тут написаны. Если мы сегодня активируем свой бинар, семиугольник, то наша задача в бизнесе принять решение, потому что решение определяет судьбу всю. Если вы не примете решение действовать, именно как я сейчас скажу, то смысла здесь вам сидеть нет. Я сегодня говорю про то намерение, которое вы создали и ищете какую-то возможность заработать. Вот она, шикарная возможность. То есть мы принимаем решение строить бизнес и минимально задаем задачку. Это 8 человек в своей команде, пригласить в команду 8 человек минимум. Для чего? Для того, чтобы... Потому что у вас под каждой ячейкой есть всегда только две ножки, которые будут заполняться по такому же принципу. Ячейка, ячейка и так далее. То есть у каждой у вас есть возможность внизу заполнить, у вас получается 8 мест. Вот тут прекрасно видно, ну, я не знаю, видно или не видно, я так подниму. Да, вот так вот видно. Вот он бинар, вот это я. Я купила семиугольник. У меня есть дальше, открываются новые места. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Если вы сегодня приглашаете 8 человек, и эти 8 человек то же самое делают, как бы дублируют вас, то есть по 700 рублей у них заход в бинар, то у вас в команде получается 64 человека, и вы зарабатываете чистыми деньгами $12 000 с чем-то. Я буду округлять, я не люблю эти центы все произносить, я так округляю, но это точные суммы, которые здесь написаны. Поэтому, смотрите, это очень простой механизм, который сегодня нужно просто осознать, что он существует, и принять решение действовать по этому сценарию, скажем так. Потому что, давайте, знаете, честно скажу, на самом деле мы в частности продаем и сценарий жизни. Потому что давайте вспомним, для чего мы ходим в кинофильмы, зачем мы ходим в спектакли, на концерты, чтобы получить какие-то эмоции, да. Если мы идем в какое-то кино, нас сценарий как-то очень вдохновляет, дает осмысление, мы платим за эмоции, за инсайт и так далее.
то сегодня в нашем бинаре вот за $700 мы покупаем реально сценарий жизни. Он готовый. И если вы сегодня осознаете вот эту математику, вам будет просто двигаться, и вам не надо будет лишних слов придумывать для того, чтобы сюда кого-то завлечь. Мы просто говорим, что мы строим реально денежный бинар в глубину на всю жизнь. Да? Вот поскольку мы будем жить, будем уже строить этот бинар. Поэтому смотрите. Если мы сегодня по такой дубликации вставим сюда 8 своих человек, и они делают то же самое, у вас заработок уже $12 000. Это только вторая глубина, потому что первая глубина у вас 8 человек, а вторая глубина уже 8 по 8, это 64 человека. И они вам дают $12 000. Если вот эти 64 человека... Тоже внизу, я просто не стала рисовать, тут не нарисовать в принципе, но такая система, она автоматизирована, она все внутри кабинета показывает. Если 64 человека, тоже так же по 8 человек, внутри команды приглашают всего лишь по 8, и у вас в команде внизу в бинара образовывается 512 человек, и они вам приносят только в четвертой глубине, в третьей глубине, вру, $193 000, друзья. Это действительно большие деньги, это почти 15 миллионов рублей. Много-много-много-много, что можно реализовать в этой жизни. Это действительно мощный механизм, правильно пишет Юля, мощная махина. Всем, кто еще не осознал, я клею пластырь этот самый горяченький вам перед Новым годом на ваш лоб, чтобы вы осознали этот механизм очень крутой. Итак, я дальше еще покажу буквально две цифры и просто на этом закончу показ этой доски, потому что это четко высчитанная модель. И если сегодня ваша команда 512 человек, она в глубине, вы там половину никого можете не знать, вы тоже так же просто помогаете, работаете с вашими лидерами, и то же самое, они активизируют свои 700 рублей, они... Вам в доходе приносят $6 000 000. Представьте себе, 6 миллионов умножьте там на 6, 6 на 6, это 3, господи, 30 миллионов рублей. Это просто сумасшедшие деньги, ребята. Просто нужно посчитать, перевести, но $6 000 000, это на них можно купить все, что хотите. Поэтому это всего лишь четвертая глубина. Первая, вторая, третья, четвертая. Казалось бы, в команде 4000 людей. Откуда такие деньги? А вот, друзья, если эти люди активизируют $700 в глубине бинара, это вам сегодня такое вознаграждение автоматическое придет на ваш кошелек. Это, друзья, на самом деле очень мотивирует на то, чтобы двигаться вперед. Потому что сидеть никакого вдохновения нет. Я считаю, что вот эту свечку, понимания, знания того, что сегодня мы делаем. Я хорошо знаю, как работает эта модель, потому что я сама лично заработала за полгода здесь $1 000 000. И после того, когда я узнала, познакомилась с этой моделью, я, конечно же, была вдохновлена каким-то образом это все интегрировать немножко по-другому с концепцией, да, потому что в компании Agile Tour System существует, естественно, целый концепт движения. У нас сегодня... Территория осознанного развития. Мы сегодня здесь не просто зарабатываем деньги, а мы еще развиваемся. И у нас прекрасно есть продукт интеллектуальный, который мы продвигаем. И благодаря продвижению тоже зарабатываем. Но в бинар, естественно, вы не попадете просто так, пока вы не приобретете минимум 3 модуля обучения. Поэтому я об этом не могу не сказать. Вы должны понимать, что нужно все сферы балансировать. И здесь с этими деньгами, конечно, можно с ума сойти. У многих может башню сорвать, как сегодня говорят многие, да? То есть не все могут принять, осознать и владеть этими суммами, ну, деньгами. Кто это сможет сделать, да? Потому что тут нужно очень много и внутри стабилизировать, как бы все-таки люди, и эмоционально не все уравновешенные, стабильные. Поэтому мы сегодня прокачиваем эмоциональный интеллект. Мы сегодня готовимся принять большие суммы денег не понарошку, а по-настоящему. Для этого нужно прокачаться, действительно, я знаю, о чем говорю, потому что я видела людей, которые получали большие деньги, им действительно там корона заходит не туда уже, и с ними разговаривать невозможно. И это действительно серьезная такая штука и тема,
Поэтому я всем рекомендую, и мы специально сделали так с Галиной Платоновой, когда компанию открывали, что в бинар попадать будут те, кто приобрел себе принципиально обучение. То есть в обучении есть ключи этого главного понимания. А самое главное, вы должны понимать, что же определяет ваш успех в нашем движении. Вы должны это прямо сейчас записать. Определяет ваш успех вот реально невидимая сила, которую вы сюда пустили. Потому что когда мы понимаем, осознаем жизнь, из чего она состоит, и когда мы понимаем, что эта сила всем управляет, и лучше с ней подружиться, тогда у вас вот здесь вот голову не снесет. Здесь, правда, сумасшедшие деньги. Они вот к этим деньгам не все готовы. Вот поставьте, пожалуйста, десяточки прямо в прямом эфире. Вот кто готов прямо сейчас принять в течение следующего года, нового 2020 года, 26 миллионов долларов? Кто их готов реально принять? Кто реально их представляет? Что вы на них купите? Так, Марат пишет, я готов. Молодец, если ты готов, просто давай знакомиться, будем делать крутые команды, работать вместе и, соответственно, показывать людям этот достаток, достояние внутреннего баланса и финансового, естественно. Я, слушайте, вы меня радуете, обалдеть. Прям все готовы принять 10 тысяч, ой, 6 миллионов долларов. Отлично. Но смотрите, вы пока пишете, а вы же их в руках не держали, никто же не знает, что будет с вами, когда вы их получите. Ну хорошо, я вам верю, дорогие мои. Я верю вам, что вы готовы принять такую сумму. Итак, смотрите, все это правда не шутки, хоть и я улыбаюсь. Итак, продолжим главную тему. Да? Механизм простой. Его не надо заморачивать никакими другими словами. Не надо придумывать больше ничего. Я просто всем говорю вам о главном. Активируйте 700 долларов однажды в жизни. И все. Есть такое понимание, знаете, как говорится, вы готовы ли получить результат, не задумываясь. Есть такой, знаете, момент в бизнесе. Просто недавно был разговор очень интересный. И как раз человек мне сказал, вообще зачем разбираться в деталях, если есть уже практика, которая показала, как это работает. Познакомьтесь с теми людьми, у кого это сработало, просто тотально доверьтесь и просто пошли в это движение. Все. Поэтому я сегодня ваш живой пример, Кононова Елена, которая вот эту всю кухню прошла, ну, правда, не до 6 миллионов долларов, но миллион долларов я заработала в первые полгода, друзья, потому что я увидела это. И там все просто. Мне глубина открылась в процессе. Я потом поняла, как это работает. Но сейчас вам говорю, всего лишь однажды 700 долларов активировать, позвать в команду 8 человек, им донести эту простую мысль 8 по 8, познакомиться до третьей глубины с людьми, там всего их, там, грубо говоря, раз, два, три, там 512 человек, вы увидите этих живчиков, и вам будет в синергии интересно двигаться вперед. Это очень-очень круто. Вот Юлия Хохлова пишет правильно. Она просто свидетель того явления, когда я действительно показала этот крутой результат. И я действительно сидела на кухне, на своей, в Череповце, в долгах вся. Ну, у меня тогда были большие долги, у меня были ипотеки, ипотека на квартиру. Я сидела и я искала возможности, я искала какую-то зацепку, за что можно зацепиться, за реальное, за надежное, за понятное. Я нашла вот этот механизм, и когда я начала его разбирать, у меня вот такие были глаза, я вот эти деньги видела как реальные. Для меня это не было каким-то чудом из чудес, это мне было понятно. И я с людьми по телефону разговаривала такими же простыми словами. Давай сюда, это стоит сюда, и в процессе мы увидим, как это круто работает. Давайте мы это сделаем все вместе с командой. И мы это делали. И это было просто невероятный успех. Это было столько феерии внутри, фейерверка. До сих пор я хочу, чтобы кто-то мой результат перепрыгнул. Потому что мы компанию с Галиной Платоновой открыли осознанно. Потому что мы сегодня предложили инструмент, который работает. И он работает чудесным образом. Ваша задача просто в него зайти. Принять решение, потому что решение определяет судьбу. Давайте я вас прошу, пока вы здесь в онлайне, какие вы в последнее время принимали решения?
Принимали ли вы решение, как говорится, сконцентрироваться и начать работать? Кто из вас принимал такое решение? Сконцентрироваться, сфокусироваться и начать в этом направлении работать, чтобы вас маятники жизненные, когда раскачивают, чтобы вы осознанно понимали, что вас раскачивают, а вы решение приняли концентрироваться на том, что вы видите, что вам нравится, где вы разобрались и пошли вперед. То есть ваша задача сегодня, если вы не находитесь в этом состоянии, пожалуйста, начните с сегодняшнего дня это понимать и принять решение сконцентрироваться и действовать. Когда раскачивать надо, модули обучения открывать. Я приняла решение, я уже осознанно работаю, здесь ежедневно, и все будет снова пушка. Ну, слушайте, да, я вас благодарю за обратную связь, что есть люди, которые приняли решение действовать. Ну, а самое главное, когда вы приняли решение действовать, еще раз примите еще одно решение, чтобы вы не отвлекались на людей, которые не верят, принципиально не хотят верить. Потому что будут специально у вас на пути эти люди, как тренажеры, выходить и тренировать ваше намерение. Потому что здесь, вот сюда заходить нужно с намерением. Намерение заработать 193 тысячи. Раз. Намерение заработать 6 миллионов долларов. Два. И идти дальше, не останавливаясь, это три. Вот Марат пишет, мы готовы, капитан. Супер! Я готова идти с теми, кто готов тоже. Потому что я сюда за шкирку тащить никого не буду. И я буду искать тех, кто ищет такие суперские возможности. Потому что здесь простые движения и очень актуальные суммы для активации. Любой бизнес – это инвестиции. Любой бизнес – это риски. Риски в чем заключаются в данном ситуации? В том, что вы не будете действовать. Вы ответственны за это движение. Если вы не будете действовать, значит, вы рискуете сами собой. Давайте это осознаем. Если мы сегодня приняли решение и сели, начали, там дождь пошел, солнца нет, или снег там вьюга, мы сидим, как все плохо, как темно, я ничего не вижу, не понимаю, настроение упало, депрессия. Рискует кто? Вы сами рискуете собой, потому что позволили себе сидеть в драном настроении, в противном настроении, где вы одиноки, где вас никто не любит, где вы злые, возможно. То есть еще, почему я об этом говорю вслух? Потому что я знаю, я тоже человек, и когда я нахожусь в примерном состоянии, я вижу, что что-то меня пронизывает, что-то меня отвлекает от главного. И я понимаю, что сейчас меня начинает просто раскачивать маятники, и я вспоминаю свое намерение, зачем я делал этот бизнес, зачем? Затем, чтобы сидеть и носом хлюпать. Какой смысл, друзья? Какой смысл сидеть и всех людей обвинять, и погоду, и президента, и все прочее? Мы сегодня вместе принимаем решение строить Бинар. Это команда из живых людей, у которых у всех есть такое намерение. И если мы сегодня создадим лидеру, да, которую поможем ему в команде активировать эти места и покажем реальный результат через него, то тогда и весь поток людей, кто будет заходить ниже, через год, через два, для них это будет уже нормой. Норма, что здесь зарабатывают по 6 миллионов долларов, это норма. Это математика. И здесь нету ничего удивительного вообще на самом деле, если здесь будут через год стабильные расти миллиардеры, я скажу даже так. Миллиардеры. Потом это будут миллиардеры. Потому что сначала миллионеры, а потом миллиардеры. Поэтому я сегодня мечтаю, я сегодня вижу, как сооснователь компании, мы с Галиной Платоновой постоянно об этом говорим, что самая сильная модель из всего сетевого маркетинга, предложенного как инструментов, это, конечно же, бинар. И вот этот бинар, который мы сегодня предложили, это действительно сегодня удивительная возможность просто изменить жизнь напрочь, если все вместе договоримся с четким намерением создавать вот это плотное поле финансовое, уплотняться,
Пришло время уплотняться, друзья, обниматься, встречаться, делиться опытом и активировать свою энергию. Давайте сегодня говорить прямо. $700 – это тоже ваша энергия. Да, такого маркетинга, Марат пишет, еще не было. Конечно же, так, вот такого конкретного, то, что предложили мы, конечно же, его нет. И не все сегодня о нем знают, и пора сегодня наступила рассказывать об этом. Это достаточно простая модель, все 8 по 8, пошли вперед. Если у вас будет 9, он будет звучать как перелив в вашей команде, и это будет лететь человек под крайнего человека в вашем бинаре, кто появится у вас там по итогу, да, в команде. То есть, если у вас будет 10 человек, это тоже будет перелив как вышестоящего спонсора команде вниз. Вам, ваша команда будет радоваться, потому что и они получат вознаграждение для бинарной пары, и вы получите вознаграждение. Все по линейке получают. И тем самым, если у вас будет... У меня есть просто такие партнеры в команде, у которых и 50 личников есть, и 25 личников есть. Если эти 25 личников заходят в этот бинар, получается, первые 8 зашли, а остальные уже идут под этих, кто зашел, и так далее. И вот они все под друг друга, и они, когда начинают работать, все перемешиваются, все друг другу дают переливы. Такая радость такая коллективная. Я сейчас говорю просто про такую реальность, ребят. Вы только ее увидите. Поэтому, когда наши партнеры осознанно понимают, что больше 8 человек – это еще круче, и когда команда вот движется вот в этом ракурсе, это просто, знаете, эмоции, это вибрации финансовые поднимаются. Эмоции, вибрации высокие настолько поднимаются, жить, работать, творить хочется. Вот эта свечка, она у вас никогда не потухнет, когда вы активизируете свою команду, вот реально. У вас будет гореть возле вас все. И вот недавно я получила инсайт. Я сейчас не буду пока свечку убирать с экрана. Просто расскажу, поделюсь, потому что для меня это было важно. Когда я это поняла, осознала, у меня просто было как-то, знаете, такая переполненность была внутри. Мне захотелось поделиться, я сейчас поделюсь. Вы, наверное, знаете, что мы изучаем, как бы сегодня, как бы тренируем нейронные связи на нашей территории осознанного развития. И наш продукт сегодня очень четко дает такие прокачки, практики и встречи, они об этом говорят. И вот эти нейроны, да, которые головного мозга, существуют и укрепляются, да, у кого-то слабые нейронные связи, у кого-то сильные, да, кто как что практикует. Так вот, я осознала недавно, что вот я как сама нейрон вообще в поле Вселенной существую, и у меня есть много-много связей. И эти нейронные связи, которые люди, я еще за людей буду брать, то есть мы сегодня люди как нейроны. И если мы сегодня связаны, если один нейрон горит, у него есть четкое понимание, ясность, осознание, то я сегодня даю такие связи многим-многим людям, и многим эти люди становятся для меня как нейронная связь, и они тоже зажигаются. И вот эту нейронную всю огромную оболочку, связь, это космическая, огромная, масштабная, если мы ее будем по очереди зажигать, эти нейронные связи передавать крепкие, такие горячие, яркие, с ясностью, пониманием, то у нас сегодня вот это все будет заполняться на автомате. Это будет строить легко, когда у вас такая-то ясность есть. Я почему постоянно говорю на своих вебинарах про ясность? Потому что я ясно вижу вот это все, как выглядит. Меня уже ничего не удивляет, абсолютно. И если вы будете понимать, что вы сегодня нейрон в космическом пространстве, это сегодня можно просто аналогию провести. Наш мозг, мы для космоса. Если сегодня мы будем брать сегодня такой образ и понимать, что от нашего внутреннего огня зависит вот эта связь с другим космическим объектом, человеком, да? И если мы эту связь мы наладим, если мы сможем людям передать эту ясность, эти инсайты, это понимание, то мы сегодня этот бизнес будем делать глобально, масштабно, легко и непринужденно. Потому что наша весь запор, если так грубо скажу об этом, весь запор заключается в том, что наши партнеры сидят, многие ковыряются в носу, думают, что на них может упасть манна небесная, и кто-то им сегодня даст более крутую возможность для заработка. А я вам скажу по-другому. Я в этой жизни так получилось, что
и проковырялась в носу очень долго, и смотрела, и разбиралась. Но вот такой модели сегодня нет, понимаете? Ну просто нет ее в совокупности с тем, что мы продвигаем. То есть этот сценарий жизни, эта финансовая модель, это продвижение интеллектуального продукта, вот именно в интеграции вот такого нет. Оно есть разного, много по отдельности, но внутри, в одном бизнесе, вот как у нас, этого еще нет. Я рада просто всех познакомить с этой возможностью, если вы сегодня осознаете эту возможность и примете это как 2×2, как таблицу умножения, вот которую Пифагор всему миру подарил. Мы же знаем все таблицы умножения. Нас она не удивляет, мы пользуемся ей очень просто и легко. Ну, для нас это нормально, это норма жизни. Так же и здесь, это тоже таблица умножения. Она работает на автомате. Наша задача просто активизировать ее, потому что наши 700 долларов однажды нам принесут миллионы, потом миллиарды. Вы понимаете, что это очень круто? И от вас требуется это передать ваши нейроны другим, как говорится, людям, и опять же зажечь, да, активизировать этот тусклый, невзрачный нейрон, который ищет, потерялся, а вы раз ему такая возможность, и открыли картину. А он такой сидел, такой, да ладно, так просто, так, подумаю, осознал. Все, он зажегся, пошел зажигать других. Все, как это классно, как это просто. Благодарю вас, что вы понимаете, инсайты мои тоже ловите. Я благодарю вас за обратную связь. Это очень важно. Важно, что вы слышите, что я не в пустоту разговариваю. Потому что я же сейчас сижу с телефоном, разговариваю, но по большому-то счету. Если бы вас видела, это было бы еще круче на самом деле. Поэтому, если продолжить сегодня этот простой механизм, по идее, я вам презентацию сделала за 2-3 минуты, да? Показала, как работает 8 на 8 в первой глубине, во второй, в третьей, четвертой. Все, просто обалдеть. И я просто еще раз хочу вам напомнить, чтобы вы приняли решение не отвлекаться. Потому что впереди 2020 год, вот елка праздничная, я вот сейчас буду всегда до Нового года проводить вот эти все свои зумы и вот эти прямые эфиры напротив елочки, потому что она меня вдохновляет, я верю в волшебство, я верю в чудеса, и это меня наполняет, и когда я разговариваю про реальность, у меня вообще какое-то такое, знаете, плотное пространство такой ясности и реальности, которое хочется просто реализовать вместе с вами. Поставьте плюсики, кто хочет реализовать вот эту сумму в своей жизни в следующем году, в новом 2020 году. Это волшебный год. 2020. Ну, представляете, сколько в этой цифре магии на самом деле. Ой, сколько плюсиков вижу. Благодарю вас за эти плюсики. Мы обязательно, друзья, мы обязательно с вами, если объединимся, если будем встречаться, мы это сможем. Мы сможем. Знаете, почему мы будем встречаться с вами всегда и в онлайне, и в офлайне? Вот чтобы эта свечка не погасла. Потому что если она у вас погаснет, вы должны обязательно обратиться в ту сторону, кто еще горит. Кто горит, тому звоните. Если вам сегодня что-то там вдруг упало настроение, берем телефон тому человеку, кто горит, и вы чувствуете, что у него прям наполненность, энергия существует, прям классно все. Поговорите с ним, вспомните вот эту модель, вспомните, что вы команда, что вы можете двигаться вперед, не спите, возможности, они вот есть здесь и сейчас, а мы сидим и тоскуем. О чем мы тоскуем? Вы хотите машину новую, вы хотите дом на Кипре, вы хотите дом в Испании, в Таиланде, там, в Латинской Америке, там сейчас наши тусуются очень много людей, да, на островах. Ребята, все реально. Просто начинайте заполнять свое пространство ощущениями. И постарайтесь, чтобы эти ощущения никто вам не залил водой, как говорится. Вот Марат пишет, да, Лина, будем держать свечку. Держите, ребята, и не гасните, потому что от вашего жара пыла зависит все. Потому что если вы потухнете, это вы сами себе и обрезали. Вы сами себе обрезали бинар. Вы сами себе гарантию обрезали. Потому что гарантия — это вы. Гарантия — это я.
Потому что я сегодня в том числе ваша гарантия. Вы же видите, как я горю, как мне нравится этот бизнес, как мне нравится общаться с вами. Мне это понятно, мне это ясно. Я готова это говорить, говорить без конца и без края и отвечать на ваши вопросы. Мне это просто. От огня одной свечи можно зажечь 1000 свечей. Правильно ты пишешь, Светлана. 1000 свечей. А эти 1000 свечей та же самая продублируют вниз. И там будут миллионы, друзья. Это реальность. Давайте будем строить этот бизнес, не сомневаясь в нашем деле. Наше дело прибыльное, оно благое. И наше интеллектуальное образование сегодня, которое дает компания Geltor System, оно действительно очень экологичное. И я с каждым разом убеждаюсь, что о чем говорит Корнеев, это, конечно, дорогого стоит. И эти ценности, которые он несет через наш сетевой бизнес, это, конечно, удивительно, что на пути нам встретился такой человек, и мы с ним решили вместе создать, интегрировать опыт свой, потому что у меня был с Галиной Платоновой свой опыт шикарно, да, вот в сетевом мы очень мощные были, получили инструменты для жизни, да, а Корнеев за 30 лет приобрел через практики свои вот, инструмент Geltor System. Друзья, это, конечно, сегодня удивительная возможность. Я вас поздравляю каждого, кто сегодня может нести через себя эту инфо. И не забывайте, что если вы будете молчать, свечка будет гаснуть. Она просто будет гаснуть, потому что ее разжигает движение. Если движение есть, разжигается, горит все. Оно как бы во благо каждому. Ведь мы не несем же здесь зла, там, какой-то ненависти и что-то плохое в мир. Мы несем объединение и энергии, и деньгами, и полностью целым движением. Потому что когда двигаются в одну сторону тысячи людей, это зажигают миллионы людей. Так быстрее заявить о себе в мире, и так заявить о себе проще. Потому что когда один... А мы начинали с Галиной вдвоем, нас было всего лишь двое. Мы с ней захотели это движение организовать. Мы знали, что к нам придут люди и будут изучать, и будут тоже гореть вместе с нами. Я вижу сегодня ваши пламенные сердца, но я вижу и другое, что и ваши пламенные сердца иногда тухнут, потому что вас со стороны начинают кто-то клевать, не верить, обсуждать и так далее. Но я сегодня хочу вас просто разжечь перед Новым годом, и чтобы Новый год вы увидели в новой картинке. В новой картинке, пускай она будет настолько ясная, новая. И не сомневайтесь в том, что вы можете в этом во всем проявиться и миру показать новый результат. Потому что сетевой сегодня бизнес не очень-то сегодня кишит такими, как говорится, финансовыми чеками, да, и я вижу, что как-то все меняется, апгрейдится, и наше время пришло, друзья, наше время пришло. Мы должны сегодня обязательно показать миру эту финансовую модель, нашу таблицу Пифагора, да, ну, как бы не Пифагора, а таблицу GL бинарную, где мы, мы пообщаемся про бизнес Geltor System, Skype для связи. Ага, да, вот видите, вы уже пишете, молодцы, что даете обратную связь друг другу, где вы можете всегда пообщаться, обязательно стыкуйтесь, даже команды разные, это очень выгодно сегодня, для вашей энергии выгодно. Вы сегодня ничего не теряете, когда знакомитесь с нашими же партнерами. Объединяйтесь, общайтесь, создавайте в зумах связь. Какой-то, кто понимает, рассказывает, кто не понимает, просит ответов, спрашивает, да? Это вас будет тренировать, это будет вас усиливать. Поэтому я сегодня вам рекомендую обязательно на территории осознанного развития Geltor System просто знакомиться с теми партнерами, даже других разных команд. Это вас будет усиливать. И эта свечка никогда не потухнет, если вы будете вместе и общаться об этом вслух. Не молчите. Если вы пока новых людей не можете встретить, да, зазнакомиться в сети, общайтесь внутри, тренируйте речевой аппарат, показывайте друг другу, как вы понимаете, инсайтами делитесь, потому что это мощный очень инструмент, когда мы общаемся в командах. Это очень друг друга подогревает и поддерживает, конечно же. Вот поставьте десяточки, кому это важно, вот эта поддержка, и даже внутри команды, как это внутри
подстегивает, а даже соревнования появляются. Вот пишет, да, вот десяточки пошли, молодцы. Это даже, когда появляется такое свойство, как слово называется, соревновательное, когда ты знаешь, что вот эта команда заработала 200 тысяч долларов, лидер, я тоже это сделаю, ведь механизм работает, а что я-то сижу, я тоже хочу. Раз, 700 долларов активировала, позвонила 10 друзьям, 8 лучше минимум, да, сообщила там, ты знаешь, такая возможность, деньги нужны, все, все работает, механизм, классный бизнес по всему миру работает, интернет, все, давай изучать. Этим сегодня вы должны заниматься, вы должны внутри загореться, ребята. Если сегодня я вас кого-то там немножко подожгла, керосинчику подлила, и у кого-то там огонь пошел больше, я буду благодарна обратной связи, что у вас сегодня появился такой, как бы такое наполнение с нашего эфира, и вы сегодня свечечку свою, как говорится, огня подложили. Так, если что, Алматы. Вот, дорогие мои, видите, у вас уже в Казахстане там команда огромная, большая. Вы можете спокойно меня, кстати, вот та команда в Казахстане, которая показала очень классный пример, как работает система не бинара, а тринара, то это для меня это цветочки. Вы показали, ну, разобрались, молодцы, поздравляю вас. Но мы так радуемся с Галиной Платоновой, что вы там это все разобрали, как все работает. Зашли, активизировались и заработали там чеки по 9 тысяч долларов в день, да, по 7, по 6 тысяч долларов в день. Я просто, ребят, благодарю вас за то доверие, за то, что вы прониклись в это все, да. Но вот это ягодки. Вот то было цветочки, а это ягодки. Давайте, друзья, собирать ягоды вот с этого инструмента. Я предлагаю всем, я объясню очень большую разницу. Если в тринаре мы зарабатываем с двух линий всего лишь, а с третьей, четвертой глубины ничего не получаем, пока там они не закроются, да, в циклах, то вот здесь в бинаре вы будете иметь начисление от каждого человека, кто бы ни пришел в этот бинар. Вот как вот здесь я, видите, показывала вам. Если во второй глубине, в третьей глубине у вас будет 512 человек, вы там половину знать не будете. Но с этих людей вам снизу вверх полетят начисления для бинарной пары. Ребята, это просто улетный бизнес. Ничего больше здесь не рассказывайте. Ничего. Просто говорите 8 по 8. Все, в четвертой глубине 6 миллионов долларов. Это правда, это математика. Ну, я думаю, что я сегодня обновила вам информацию и познакомила, кто не знаком, с уникальной моделью. Ребята, только в путь, только вперед. Существуют рабочие зумы, существуют рабочие внутренние схемы, как мы разбираем этот бинар. Есть люди, которые показывают детали, кому интересно на них посмотреть. Можете, конечно же, к нам приходить, спрашивать, где что находится, мы даем координаты, в каких чатах это все дело происходит. Поэтому просто поздравляю вас с возможностью выйти на другой уровень жизни. Давайте друг другу поаплодируем за этот классный эфир, за вашу обратную связь. Мариночка, благодарю за керосинчик, да? Керосинчик почувствовали от меня, да? Благодарю вас, дорогие мои. Ну и давайте все-таки в работу. Нам осталось 2 недели до Нового года. Каждый из вас сегодня может активизировать 12 тысяч долларов легко и просто. Давайте просто намерение с вами пропишем и примем решение действовать. Не примем решение сидеть и наблюдать, как другие зарабатывают, в Инстаграмы там всякие разные страницы листать, а примем решение взять ответственность за себя. Потому что вы и есть та гарантия, которая вот это все создаст. Я вас люблю, благодарю и славлю. И до следующего эфира. Всем пока-пока.